Ну что ж, иду, видимо, к стартовой поляне. Да, снега море. Вот такие вот дела. Всем привет! Участвую сегодня в блинном забеге от Ангарского трейла. Добрый день! Здравствуйте! Ой, нифига себе! Это вот по таким дебрям мы бежать будем? Да, это там еще хуже. И еще хуже! Предлагаю подписаться на канал, поставить, включить колокольчик. Будет много чего интересного. Заранее спасибо. Посмотри сюда. Ксения. Николай, да? Да. Я перевел. Ну вот, зарегистрировались и будем готовиться к старту. Все, пошли. Народ готовится, разминается. В общем, все в праздничном блинном настроении. Весна в самом разгаре. Нет, на втором круге точно будет. Там ручей уже растаял. Хороших новостей больше. Что, Леха, готов? Давайте обратный отсчет и побежали. Давай. Так, может быть, есть вопрос? Да нет, да, нет. Побежали уже. Уже заблудилась, когда стал. Позвони. Пальцы. Так, давайте. Пальцы, есть! Есть! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Длинный забег – это один из серии забегов, которые проводит Ангарский трейл. На самом деле именно классический трейл, то есть никаких укатанных проложенных маршрутов, снега кое-где по колено, и в большинстве мест натаптывают сами участники тропу себе, где будут бежать. В этом трейле есть все: и спуски, и крутые подъемы, и снега по самые не балуйся. То есть, в общем, чистый кайф. Ну, снега море. Трасса проложена по очень живописным местам, то есть бежишь и любуешься зимним заснеженным лесом, полями, рекой под льдом. В общем, красотень полная. Thank you.
вот и долгожданный финиш. Я это сделал. Ура! Вау! Я влюблюсь всегда по новой. Снова я напиваюсь. Ну а теперь кушать блины, пить блинтвейн, все-таки на носу масленица. Идет подготовка к церемонии награждения. Так, давайте начнем с небольших таких приятных моментов. Подведем итоги конкурса. Моя кружка для блинтвейна. Участников было не сильно много. Вот. И посовещавшись, без вариантов, победила Ивита Мэй. Постоянный наш. Катя тоже и фотограф, и на медалях, и все. Спасибо. Просто нужно вот показать девчонок. Молодцы.